Групповой этап первенства Нижегородской области по хоккею среди юниоров 2007-2008 годов рождения подходит к концу. Для наших спортсменов команда «Звездный города Арзамаса» оказалась принципиальным соперником, так как команды набрали равное количество очков в группе и разделили второе и третье место. Домашняя игра Сарова со «Звездным» была решающей. В Арзамасе саровчане проиграли 2-3, поэтому хоккеистам предстояло взять двойной реванш. Первенство Нижегородской области среди 2007-2008 годов рождения. Наша команда «Саров» принимает команду «Звездный город Арзамас». Но это уже к концу групповой этап подходит. Мы с командой «Арзамас» пока делим второе и третье место. У нас одинаковое количество очков. Ну, наверное, в этой игре решится, кто займет второе в своей группе, кто займет третье место. В первом периоде игроки сразу вступили в ледовую схватку. Без напряжения и накала эмоций не обошлось. Саров забил быстрый гол первые 5 минут матча. Противник старался сравнять счет, но этого ему не удалось. Соперник мы очень долго знаем. Играли за нас, когда мы играли на ПФО. По первому периоду хочу сказать, что было очень тяжеловато, но вот смогли забить. Преимущество сейчас на нашей стороне, будем их дожимать. Мы не лезем на ворота, нужно больше обострять, играть в пас. Но очень хочется побольше забить. Но игра тяжелая, соперник тяжелый, так что как получится. Нашим хоккеистам все же удалось дожать соперника и выиграть с разгромным счетом 5-0. Эта победа принесла Сарову второе место в групповом этапе. Первыми в рейтинге стоят «Кристалл» из Мурома. Следующий этап первенства – перекрестный плей-офф. У нас две группы по 7 команд. То есть первое место играет в нашей группе с четвертым местом той группы. Второе место в нашей группе играет с третьим местом той группы. До 2 побед. И это будет четвертьфинал, потом полуфинал, если дальше пройдем, потом финал. Приходите болеть за ХК «Саров». Игроки нуждаются в вашей поддержке. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».